Так называемые посевы, да, конопли, зачастую сложно определить среди других растений. Каких растений? Скажите конкретно, каких растений? Ну, к примеру, помидоры. Так, помидоры, Допустим, если посадить помидоры вместе с коноплей, если, скажем, соотношение помидора и конопли 3 к 1, 3 к 1, очень сложно издали определить посевы конопли. Помешать чуть-чуть там с укропом, петрушкой там, ну, завуалировать. Заметно будет, да? Так и знали, отвечать. Конечно, говорили, сразу будет заметно. По коноплям это такое растение, и его ты можешь сесть? Форма листьев совершенно другая, и рост стебля значительно выше. Да я так и понял. Кроп вычеркиваем, Вася. Петрушка, до свидания. Картошка, а ну? Расскажите, майорчан, картошка как там? Специалисту порой очень сложно среди посевов картошки разглядеть конопляные листья. Так что у тех, кто незаконно выращивает коноплю, шансов нет.